Ну, куру надо в любом случае купить, ребят. Да иди, мид, но ты без куры меду не устоишь. Тебе вард нужен на мид. На их сторону поставить. А если я видите, буду смотреть, тебя жизнь все равно будет? Не знаю, я сейчас нахожусь. Я слышу, что думаю, пусть ко мне. Да. Я пойду руну тырить. Я просто думала, пусть Тракса со мной станет, а ты со снайпером наверх. Со снайпером? Там мне пофиг. Я так сделаю, мне просто будет легче. Ну, давай, пойду со снайпером наверх, нормально. Куру купить. А, купили? Молодцы. Я иду. Смотрите, как профессионал на дырю куру. О, я соло. Да нормально, нормально, я соло. Да нет, ты чё? Я шучу, да не куда? Я прикалываюсь, чувак. У меня у одного здесь такой уровень, блядь. Я не приду. Ребят, ну я за Рики не умею, правда, играть, не знаю. Умею. Думаю, он не сложный. Ребят, меня слышно? Да, тебя слышно. Стас. А мой аккаунт в боте или когда? Нету. Это компьютер сейчас, понимаете? Работать пойдешь, заработаешь, купишь компьютер. Нет, так мало зарабатывать. На Дениса компьютере можно сделать и аккаунт. О, сделаешь? Когда, мать, завтра я работаю, сегодня целый день играл. А когда тебя ну, освобожусь, да. Давай я тебе заморочусь, сделаю. Попозже. Попозже? Давай ночью, ты всегда ночью приходишь. Бум, ну слушай, мать, ну завтра мне на работу. Сейчас я доиграю эту игру, я поеду в банк съезжу. Сниму денежки, поеду заправлюсь. А еще что? Приду в ванну, залезу. Ну, не сегодня. Отстань от меня, там Денис Warface играет. Ты ж можешь уже хватит ждать. Ну ладно, в выходные придумаешь. Ну игру не засчитают, наверное, да? Поэтому... Ну если время кончится у него, то не засчитают, да. Ну поэтому надо его ждать, блядь. Ну вообще-то как бы, если он просто даже вышел, и нахуй не было футболета, вот он вышел, как бы тоже как-то не считает. Короче, давайте еще чуть подождем. А, да, давайте, я тут чай наведу. Вот так вот. Да, поставьте паузу. Туман забрал руну богатств. Чужую. Поставьте паузу. Я ставлю, я чай наводить, кофе. Ребят, у меня уже паузы нет. Так, я пошел наверх, да? Да, зашел. Во, нормально, да, это лично. Снайпер, мы с тобой вверх. Ты не вылетай только у меня.
Фейерсблад будет, потом иди куда хочешь. Лишь бы не заметили. Да какой ты мид, Сэф мид. Ты со мной вверх. А руны все наши собрали, да? Отправляюсь. Вот и я. Виверный сэс. Не трачь, рапнерчик. Макра тоже сейчас. Снайпер. Ты там чего? Уйди, юзай. О, да. Мне тебе по шаману попасть бы. Норм был. По мне. Пойдешь? Для кубна. Чуть заранее, вот так вот. Круг кидай. Да. Лишь бы не заметили. Бегу. Ну, с ускаром всегда так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты его убиваешь. Слышь, пойдем фонтан. Ёбаный в рот, вы чё? 2-2, всё нормально, у нас жара вообще. Просто Хускара бьешь, ты потом все равно догораешь от него. Придется умереть. Кого надо убить? О, как пожелаете. Ходи, ходи. Иди сюда, под фонтан, иди, ты чё? Ой, под башенку. А, живи. Ну, я очень быстро. Где ты, Кенси? На, переходи, ну что ты? О, как желаете. Больше нет. На ком компьютере? Я не знаю, где ты играешь. Когда у тебя хамы, я буду туда играть. А там жопа? Да. Не бей. Не слушай.
Вот эта вот мина здесь была бы. Кто знал, да? А, тут матрас. Нет, я не знаю, что делать. Не надо физичным ускорять. Пипец, мы нас удорили. Пугнайся. Ну, надо Хускара забрать как-то, он вечно лоу хп уходит. О, центрики. Хреново. Ну, снайпер. Нормально разменяли. Как скажете. Ну я шамана бил. Ну зачем ты его добил-то? А, тут же центрики. Воу, я пошел отсюда. Пойду по линиям погуляю. Кто я подвижу? Хочешь, можешь к нам прийти? Да, я хочу. Пусть центрики там упадут. Да против Хускара жесть. Но я просто даже в инвизе не спасусь, потому что я догораю. Да, я могу на самом деле съебать наверх. На самом деле, так и надо было изначально делать. Но нет. Я хотел же на них. Сейчас я приду, Ганга, ну посмотрим, как куда скажете. Поменяемся. Встретишь его, нет? Вот ему помощь нужна. О, да. Этого я сам не успею убить. Сука, ебаная. Мана кончилась, утонуть хотел. Я забрал фантомку. Обидно, обидно. О, я бы сейчас этого пидораса еще забрал. С этим что-то сделать? Та ушла. А, она на этот пошла. На шрайн отхилилась обратно. Тучки нет, если что. Прыгнет, пипец тебе. Без тучки забрать-то. Давай попробуем. Уходи. Если что, кричите, я ульту пожму. Пипец. Надо было раньше. Беги здесь на мид. Иди смотри. Унеслась.
это можно было. Антон. Не сейчас. Вот и я. Лежу. Я еще прыгу. Стас, не иди, он тебя доберет еще, подойдет. Иду наверх. Шаман или Хускара, куда тучку кидать? Пипец, у меня нет маны, я ухожу из центрики. Перебьешь меня? Блять, вы блять. Я отъехал от этой херни все равно. Она меня заранее кинул, тварина, но я его убил раньше. Опыт мне все равно. Восемь четыре. СФ. Стой, подвышка, стой, бей свою херню. Все, вот, уходи, уходи. Как Кайло можешь убить. Ну, Кайло, дальний, дальний. Уходи, уходи, уходи. Вот это жесть. Спасибо, ребят. Не за что, братан, всегда рад. Можешь лайк мне поставить. Как скажете. О, как пожелаю. Бля, сука. Сэр, пойди наверх, пожалуйста. А, наверх. Нахуй, наверх, стынитесь, пожалуйста. Понимаете, то, что надо убивать хускаря, потому что он умирает сильно, ебать. Он будет умирать всегда. Хуя он будет. Спорим будет. Я если расформлюсь, он у меня будет дохнуть по СПД. Он не страшен. Страшно здесь Вивер. Страшна здесь Фантомка. Вивер так это вообще говно такое, блять, на 25-м левеле особенно. Иду наверх. Говорила. Да. Вот и я. Ну там центрики, я боюсь просто, понимаешь? Пойду за Юзу, ну и нафиг, что настоять будет. Светите как-нибудь краешком, встаньте так. Иду. Выпрыгну оттуда, сука. Еще не время. Так, все нормально. Забираю его. Нахуй. Ты же девочка, чё ты матюкаешься? Выполняю. А, значит и мне можно, да? Матом крыть. Когда он меня бомбит. Да. А то я при девочках не матюкаюсь обычно.
Ладно, вру, матюкаюсь. Еще и как. Какой счет у Вивера, кто может глянуть? Нахуя ты сюда пришел? Пипец, блядь. Ждал его, ждал полгода. Мид идем. Вообще нормально, прям вовремя. Трипл килл мои. Где рампейдж? О, снизу, бегу, блядь. Бегу. Бегу, Стиви. Не, она шотная еще. У меня сапог, я его прожимаю, лол. Ну, это был рампейдж, вы видели, да? А, ну, потенциально. Если подумать, так плюс-минус сложу. Пошла она на базу нафиг. Какая база? Еще не оформил. Вот и я. Батя, они меня нафидели. Ну, ну что они сделали? Зачем они это сделали? Словно шепот. Короче, цель Хускар, я понял. Где он? Он здесь? Бесшумно, как ты. Вивер, меня может паучками убить. Я ушел. А кому нужен шрам? Не сейчас. Никому, да, ну ладно. Кому-то был нужен.
Он не пришел. Сам захотел. Выполняю. Я его убью. Уходи, уходи, уходи. Я танцую, братан. Кого надо убить? Понятно. Любому понятно, что твое время уже пришло. Бегу. Иду убивать шамана. Да. Подушку точно лезть, я дорого стою. Я боюсь, им просто деньги за тебя поверить. Сука, вышка спалила. Что за дело поднято? Тебя, друг мой, порешали. Не, меня принесли. Блять. Я не по уровню играю. Нечестно. Кого надо убить? Вот и я. Еще не время. Зло не зрим. Я не готов. Тут центряк даже поставили и не смогли меня вдвоем убить. Кошка. О, да. Вы пушите, когда они умирают. Я не могу пушить. Я их убиваю, вы пушите. А то не расформятся, там и я буду получать потом. Отправляюсь. Мне так не везет, ну срань. О, они все толпой собрались. Ну нифига себе. Прям на рошу пошли, представляете? Тут заходят, перебьют крипов, не лезьте. И заходят на рошу. Там минус 5 будет. Пусть зайдут сначала. Не палитесь. Блять, ну. Они теперь боятся. Очкуют. Ну где, блядь, рампаза? Если видишь меня, значит смерть уже близко.
скажете. Как угодно. Ладно, рампаги мне сегодня не светит, я понял. Пойду на базу. И Терафан добейте, там у него по ЛКП вообще. Дают рампагу, но не дают. А как тебя зовут, кстати? Они не скажут. Тебя с кем я играю? Настя. Настя, короче. Давно не играли. Угу. Да я не заходил в дотку. Кура тоже. Остальные вещи тоже захватит, ладно? В начале игры фору дал, я начал сдохнуть от Хускара тупо. И за ним ничего не могу сделать. Живи! Совсем охерели, короля моего трогают. Да? Побежал из-за рампага, они все ливнули. Надо как-то утонуть туда. Надо по факту как бы закончить, сейчас нет? Сейчас они все появятся. Надо по факту мне утонуть пятерых на базе. Мне нахуй главное скушать, ебать.
баги, я слился, как врачи, вообще, рекорд. Носи. Я троих тут отмок. Ну же фантомки местные, блин. Ладно, Настенька, не надо по делам. Спасибо за игру. Провод. Не, сейчас ты папе будешь мешать просто.